Нам дали отмашку. Машины везут в Ниццу. Лети туда. Анри Вебен, глава отдела по борьбе с международной преступностью. Работая под прикрытием, потерял два пальца на руке. Дидье Дюбуа, помощник Вебена. По статистике, в его расследованиях не меньше трех трупов. И этот показатель растет. Вебена Дюбуа хотят арестовать машины прямо на борту парома. Таннер категорически против. Ему нужно узнать, кто заказчик. И это не обсуждается. Больше Таннеру говорить с ними не о чем. Значит, ты уже прилетел? Как тебе Ницца? Уже был на променад де Зонгле? Приезжай в старый город. Поговорим о деле. Планы меняются. Проблемы с местными. Вытащи меня отсюда, живо! Он на фургоне! Бежим!